Здравствуйте, уважаемые дамы и милые женщины. Поздравляю вас с 8 марта, с Международным женским днем. Этот день, он обновление так символизирует, да? Всякие весна, обновление чувств и всего прочего. Желаю вам красоты вечной, молодости. И недаром вот фотография вот красивой девушки. Эта девушка когда-то меня любила, даже хотела выйти за меня замуж. Да? И вот я желаю женщинам, чтобы они умели отстоять свое право на счастье. Это более важно. Почему? Потому что эта девушка не смогла это сделать. Ее мама была против того, чтобы она вышла замуж за меня, да? И она не посмела пойти против воли матери. Хотя вот замуж она за меня хотела выйти, даже детей хотела родить от меня. Поэтому не просто любви, красоты, здоровья там желаю. Я желаю умения отстоять свое право на счастье. Счастье вот можно пожелать так фигурально, но люди чаще всего свое счастье упускают. Для того, чтобы счастье сохранить, нужно, да, для этого совершать действия. Это более важно. Так что примите мои поздравления со вышеперечисленными пожеланиями. Счастья я, естественно, тоже желаю. Но сумейте сохранить это счастье. Это более важно, чем просто получить.